Терри Халк Хоган. В фильме «Гром в раю». В картине снимались Крис Лемон. Кэрол Алт. Эшли Горел. Патрик Макни в роли Эдварда Уитакера. История вторая. Морская тюрьма. Внимание! Внимание! Шаттл SQ прибыл. Закрываются шлюзы. Поступают два заключенных, да? По графику должно быть двое. Да, еще двое. Рики? Рики, ну-ка иди сюда. По-моему, тебе говорили, что в сектор нельзя. Хочу взглянуть на новых заключенных. Эллен, всего доброго, молодой человек. Если тебя еще раз поймаю в этом секторе, я тебе запрещу нырять раз и навсегда. Это я здесь заключенный. А почему медицинский саквояж? Почему же еще? Эти двое новеньких чуть не убили друг друга еще на шаттле. Удивительно, как они хотят убить друг друга. Была бы у них такая возможность, наверняка бы поубивали друг друга. Сливайте воду. Выходите по одному с правой ноги. Я начальник тюрьмы Томас Уэстлин. Вы находитесь в прототипе тюрьмы особо строгого режима. Тюрьма находится на дне моря, называется Sea Quintin. Оружие в руках охранников электронно запрограммировано. Курок может спустить только охранник. Ошейник у вас на шее при включении может прекратить доступ крови
вызвать повреждение мозга или, в крайнем случае, даже смерть. Предупреждаю вас, насилие в любой форме здесь запрещено. Не с места. Ну, давайте. Еще хорошо. Хорошо, отлично. Вот так это и нужно делать. Эй, Норман, давай. Норман, цель игры в том, чтобы перекинуть мяч на сторону противника, а не забивать его в сетку. Понял? Девочки, готовьтесь. Мы этих мужиков победим. У нас коллектив. Победить моих ребят можно только отвлекая их, но я их достаточно хорошо тренировал, и они полностью игнорируют свою и вашу анатомию. Я верно говорю? Бернис, на что ты там смотрел? Мы вас разгромим. Нам не нужно вас отвлекать, потому что у нас тонкие подходы каждый раз. Да. У нас, между прочим, тоже тонкие подходы. Вот смотри. Что за черт? Ну, чему я вас учил? Дядя Бру, в чем дело? А где мой папа? Он же обещал сыграть в волейбол в пятницу. Я не знаю, когда он вернется домой, дорогая, но я уверен, что все в порядке, не волнуйся. А куда он уехал? Почему он не позвонил? Ну-ка, лучше обними дядю Бру. Я уверен, что он просто не может найти телефон. Так что вы думаете о нашей тюрьме, мистер Спенсер? Приятное место, хорошо побывать в гостях, но я бы не хотел здесь умереть. Да, надеюсь, вам было не очень мучительно все, что мы с вами учинили. Нет, правильно. Пусть все остальные считают, что я заключен. Когда из отделения строительных работ мне сообщили, что приедет специалист по безопасности тюрьмы, чтобы проверить, есть ли возможность побега отсюда, до того, как сюда прибудет заключенный по кличке Кувалда, я был не очень доволен. Я не хочу, чтобы вы смешивались с другими заключенными. Когда хочешь найти волчью нору, нужно с волками жить, по волчьи жить. У вас что, есть личный интерес? Да, мы с Кувалдой когда-то работали вместе. Мы были морскими пиратами, добывали оружие. Но потом Кувалда решил, что на свободном рынке его ждут большие успехи. Он меня бросил и предал. Я хочу, чтобы он здесь сгнил в вашей морской тюрьме. Пойдемте, я вам покажу, что здесь к чему. Заключенные находятся на самом низком этаже, на уровне D. У нас есть индивидуальные камеры, и, кроме того, у нас специальные карцеры, которые сковывают порывы и попытки к бегству. На вашем месте я бы этого не делал, мистер Спенсер. Как я уже сказал, из этой тюрьмы сбежать невозможно. Mr.
Мистер Спенсер, это моя жена Хелен и наш сын Рики. Здравствуйте. Моя жена, она морской биолог и заодно тюремный врач. Я предпочитаю заниматься морской биологией. Я сейчас работаю над изучением коммуникации дельфинов с людьми. Я думаю, дельфинам есть что сказать. Привет. Как жизнь? Можно я вас буду звать Ураган? Так звали одного морского пирата, который сметал все на своем пути. Я вообще-то это прочитал в вашем досье. Прошу прощения, но у моего сына есть привычка оказываться в тех местах, где он не должен быть. Ничего, у меня тоже такая же привычка. Терри Халк Хуган. Картине снимались Крис Лемон. Кэрол Алт. Эшли Горел. Патрик Макни в роли Эдварда Уитакера. История вторая. Морская тюрьма. Внимание, внимание, шаттл SQ прибыл, закрываются шлюзы, поступают два заключенных, да? По графику должно быть двое, да, еще двое. Рики? Рики, ну-ка иди сюда. По-моему, тебе говорили, что в сектор нельзя. Хочу взглянуть на новых заключенных. Эллен, всего доброго, молодой человек. Если тебя еще раз поймаю в этом секторе, я тебе запрещу нырять раз и навсегда. Это я здесь заключенный. А почему медицинский саквояж? Почему же еще эти двое новеньких чуть не убили друг друга еще на шаттле? Удивительно, как они хотят убить друг друга. Была бы у них такая возможность, наверняка бы поубивали друг друга. Да, это она. Эй, Кристин, пока постой. За баром. Эй, Келли, Келли. Я думаю, тебе не стоит беспокоиться. Она, честно говоря, не моего типа. Good. Вот и хорошо. Эй, ребят.
Привет, ты, наверное, Алисон, да, а ты Келли? Совершенно верно, это я. Добро пожаловать в отель «Райский пляж». Да, чистая правда, это действительно рай. Я видела фотографию вот этого здания. Здесь вполне мог бы быть собор. Ты, наверное, ужасно устала. А где твой багаж? Да я ничего с собой не привезла. Мне ничего не хотелось брать с собой. Это я могу понять. Но здесь есть чудные магазинчики на пляже. Да, я знаю. Я уже кое-что себе купила. Я бы хотела это сейчас, так сказать, опробовать. Не возражаешь? Нет? Конечно. Я хочу быстренько выкупаться, если ты не возражаешь, посмотреть, как там есть один этот костюм. Ты можешь это подержать? Я просто хочу слегка намокнуть. Бру? Внимание! Внимание! Шаттл прибыл. Шлюзы перекрыты. Внимание! Спускает заключенного. Объявляем повышенную опасность. Немедленно переведите в безопасные места всех заключенных. Проследите, чтобы камеры были надежно закрыты. Всеобщее внимание. Ну, надеюсь, вы видите, что ваши страхи беспочвены. Но если другие заключенные еще не придумали, как сбежать, это не значит, что кувалда это не сообразит. Вам нельзя ему верить ни в чем. Будьте с ним очень осторожны. На вашем месте я бы немедленно вывез отсюда и жену, и сына. Я бы их не привез сюда, если бы не был уверен, что здесь им ничто не угрожает. Шаттл уже здесь. Пройдем. Старичок, что опять кому-нибудь лежишь в задницу? Хочешь заработать лишние нашивочки? Нет, я пришел посмотреть твои похороны, твой последний мирок. Нет, мой дорогой, я бессмертен. Я буду воскресать во всех твоих кошмарах. Ты от меня никуда не уйдешь. И еще придет час, когда я на тебе станцую чечетку. Ты всегда был трусом, поэтому тебе не видать победы. Наши пути все время скрещиваются. Увидимся еще, я уверен в этом. Помните, что я вам говорил. Не доверяйте ему ни в чем. Мы справимся, мистер Спенсер. Передайте привет вашей семье от меня. Ты должен был мне сказать. Я не хотел, чтобы ты знал. Я больше волнуюсь, когда я не знаю, где ты. Ты, конечно, не говоришь мне, чтобы я не волновалась, а я волнуюсь еще больше. Между прочим, это логично.
Ну хорошо, отныне ты всегда будешь знать, где я, куда я пошел и так далее. Обещаешь? Обещаю. Внимание! Все заключенные, находящиеся на шестом этаже, выводятся на прогулку. Видишь, чему я его научил? Это очень неплохо. Держи. А ну повернись, иди в общем направлении. Повернись. Оставайся здесь. И никуда отсюда не уходи. Верните их всех назад в камеры. Хватит. Может быть, он притворяется. Он уже не дышит. Перестань, ты так его убьешь. Дайте мне сюда шоковый набор. Дайте сейчас же набор для открытого массажа. Полный заряд. Внимание, включайте. Только двиньтесь, она умрет. Леди Дюмонт, для нас большая честь, что вы к нам приехали, и я вас заверяю, поскольку я владелец этого отеля, я сделаю все, что от меня зависит, чтобы ваше пребывание здесь было совершенно спокойным, тихим. О, ради бога, извините, леди Дюмон, я хотел ударить по мячу, но промахнулся. Это отель. Нам приезжают люди отдыхать, расслабиться, а не для того, чтобы их били мячами. Эдди, мой дорогой, спокойней. Расслабься. Не смей называть меня Эдди, меня зовут Эдвард. Ты не говоришь, чтобы я расслабился. Если твои приятели-ублюдки не могут держать себя в руках, мне придется принять меры. Меры? Меры. Какие? Футы, дюймы, сантиметры или миллиметры? Эдди, я тебе скажу один маленький секрет. Люди приезжают вовсе не для того, чтобы расслабляться. Они приезжают веселиться. Мы их веселим. Мы, так сказать, местный колорит. И людям нравится местный колорит. Вот постарайся это объяснить леди Дюмон, несчастной женщине. У нее ваш местный колорит уже вышел боком с синяками. Эдди, мы с тобой продолжим этот маленький разговор как-нибудь в другой раз. Меня зовут Эдвард, а не Эдди. Эй, Бру, можешь мне показать, как это делают? Конечно. Так, отклонись немножко назад. Этому трудно научиться? Нет, проще просто так. Отклонись назад и еще так. И теперь мы с тобой будем покачиваться. Вперед-назад, вперед-назад. Бру ее обрабатывает, да. Он доработается. Уработает ее до смерти. Наверное, когда по-настоящему, так это очень приятно. О, ты себе даже не представляешь. Так, я прослежу, чтобы этим все и кончилось. Дай-ка мне мяч. Может, вечером встретимся? Конечно, обязательно.
Бру, что? Урок закончен. Нет, урок не закончен, урок только начался, так что катись подальше, если не возражаешь. Мы возражаем. Я хочу научиться. Она хочет научиться. Бру, иди сюда, она хочет научиться. Опять кувалда. Он захватил тюрьму, освободил заключенных и запер охранников, захватил начальника его жену в заложники. Что он хочет в обмен на свободу? Меня. Когда я приеду, он хочет, чтобы мы отдали ему гром для побега и дали подводную лодку для остальных заключенных. Как же ФБР, а как же департамент строительных работ? Нет, он никого не подпускает. Сказал, что трупы начнут всплывать наверх, если кто-нибудь предпримет какие-то меры. Я же тебе сказал, так что ты можешь не волноваться. Все равно я волнуюсь, я не хочу, чтобы ты туда ехал. Я не могу не поехать. Он захватил целую семью. Я не могу, чтобы он их обидел. Он хочет обидеть тебя. Ты забыла, какой у тебя крутой отец? Помнишь, как с ним трудно спорить? Хорошо. Значит, давай. Я поеду, сделаю то, что надо, а потом вернусь, чтобы обыграть вашу девичью команду. Это мы обыграем вашу мальчишескую команду. Мы вас оставим без штанов, девочки. Ничего подобного. Вы не успеете штаны надеть, как вы уже проиграете. Ну как, ты в порядке? Да. Пока, папа. Счастливо. Счастливо. Я, пожалуй, пойду проверю на компьютере обстановку. Давай. Режим переход по моему сигналу. Понял. 3, 2. Где он? Клянусь. Рики поднялся с последним шаттлом. Уводите его отсюда. Слушай меня внимательно. Пошел. Ну хорошо, посмотрим, что у нас тут. Ух ты! Судя по всему, ее строили с расчетом на полную надежность. Вполне надежная структура. Так, я уже вижу черный ход, а как я туда пройду? Я думаю, ты найдешь способ. Спасибо за неоценимую помощь. Внимание, внимание. Живой неопознанный объект, скорость 15 километров. Может быть, торпеда? Нет, ну сказали, что живой. Вот нарушитель территории.
Это же дельфин. Я, наверное, сумасшедший, но у меня такое чувство, что он нам хочет что-то сказать. Yes. Да. Давай, Мишель, сюда. Молодец, Мишель. Ты Рики Уэстон? Скорее, у нас очень мало времени. Я бессмертен, я буду воскресать в твоих кошмарах. Я вторгнусь в твой мир, и в конце концов, я станцую на тебе чечетку. Рано или поздно. Слушай, ты провернул то, что хотел. Можешь помолиться для начала. Так, я прибыл. Отпускай всех остальных. Тебе всегда необходимо быть героем, да? Чтобы все остальные казались трусами. А ты не кажешься, ты действительно трус. Отпусти заложников. У тебя нет чести. У меня есть честь. Я имею честь наблюдать за твоей якобы геройской смертью. Вы можете задержать дыхание? Это как раз у меня получается лучше всего остального. Начальник и его жена у себя в кабинете. Пройдешь к ним, они уйдут, я их отпущу, ты знаешь дорогу. Кстати, это очень официальное мероприятие, поэтому необходим галстучок. Это единственный, который у нас есть. Сюда. Что? Немножко давит, да? Дыхания не хватает.
И это все, на что ты способен? Закрывайте камеру, заполняйте. Рики, слава богу. Ну что, все в порядке? Пошли. Спенсер утонет. Уберите их отсюда. Подождите, подождите. Мы не можем спустить воду, пока открыт наверху шлюз. Черт возьми. Спускайте воду, быстро. Спенс, живой. Спокойно. А где кувалда? Он уплыл. Он уплыл в ту сторону, где резервуары с воздухом. Он не доплывет тут 300 футов до поверхности. Он точно утонет. Неужели вы думаете, что он сумеет уцелеть? Надеюсь, вы готовы, потому что ребята в форме. Тихо, тихо, время. В чем дело? Дядя Бру, а где же мой отец? Игра уже почти кончается. А это кто? Папа. Ну что, как дела? Я думаю, что кувалда либо улизнул, либо погиб. Никаких следов. Ты думаешь, он выжил? Ну, ты же его знаешь. Какой у вас счет? 13-14. Ты нам нужен. Пошел. Играем. Отец, ты здесь совершенно ни к чему. Перед вами чемпион. Вам конец. А по-моему, у нас будет еще одна победа. Когда мальчики выиграют эту игру, я тебя поучу волейболу. Отлично. Итак, 14-13. Критический момент. Ой, прости, пожалуйста. Не очень больно? Да все нормально. Спасибо. А вы чего ржете? Я требую матч-реванш. Подавайте мяч.
Хорошо. 1-0. Наша подача. Я обращусь в суд. Я приму все необходимые меры, чтобы очистить этот пляж от вас, чтобы здесь люди могли расслабляться и сидеть тихо. Люди приезжаются не для того, чтобы сидеть тихо и расслабляться. Они приезжают веселиться. А эти ребята очень веселые. Они, так сказать, местный колорит. О, своя баба. Именно то, что я тебе и говорил, Эдди. Ну давай, иди к нам в команду. Меня зовут Эдвард. Леди Дюмон, вы идете к нам. Хорошо, ну поехали. Но если леди Дюмон может это делать, то почему я не могу?